Мясо в картофельной шубке, отказаться невозможно, и интересный вариант с картошкой, мясом и сыром. Готовится легко, получается вкусно. Кто пробовал, просит еще. Готовьте на здоровье. Сначала займемся начинкой. Готовится начинка очень просто. Лук нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем лук на растительном масле до золотистости. К луку добавляем фарш и обжариваем еще минут 10. Зелень петрушки мелко нарезаем и добавляем к фаршу с луком, солим и перчим. Перемешиваем и остужаем. Начинка готова. Подготавливаем продукты для картофельной шубки. Картофель натираем на крупной терке. Тертую картошку очень хорошо отжимаем через полотенце. Сыр натираем на крупной терке. Картофель смешиваем с яйцами и половиной сыра. Также добавляем соль. Осторожно, если сыр у вас соленый, и перец. Перемешиваем. Берем маленькую чашку и застилаем дно и бока пищевой пленкой. Выкладываем в чашку 2 ст ложки с горкой картофельной массы и распределяем ложкой, формируя кармашек. Кладем на дно немножко сыра и 2 ст ложки фарша с луком. Прижимаем ложкой. Добавляем еще 1 ст ложку картофельной массы, закрывая начинку. Приподнимаем края пленки и заворачиваем, формируя картофельные шары, где в центре будет фарш с сыром. Так поступаем со всей картофельной массой и фаршем. Убираем пленку, картофельные шарики выкладываем на противень и отправляем в духовку. Запекаем мясо в картофельной шубке в духовке при температуре 180-200 градусов минут 35-40. Мясо в картофельной шубке готово. Получилось вкусно и интересно. Рекомендую попробовать. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!